начали монтаж мульчера на экскаватор Hitachi ZX240. Мульчер компании Serat. Моделька у нас называется Кабизал F4T1600. Механический капот, рабочая ширина 1,60 м, фиксированные молотки. Обратите внимание на то, что данный производитель единственный в мире делает восьмиугольные роторы, очень прочные. Крепление молотков осуществляется тоже нестандартно. Смотрите, каким образом выполнено крепление зуба на держатель на два болта. Опорные лыжи в комплекте, два ряда цепей. Есть система контрножей. Контрножи несменные. Так, у нас сколько, два ряда получается контрножей. Сейчас ребята у нас прокладывают дренажную линию. Ранее экскаватор работал с гидромолотом. Дренаж не требовался под данной задачей. Соответственно, делаем дренажную линию, которая пойдет от бака. Врезаемся в бак. Сверху показываю там, где подходит дренаж. Сделали дренажную линию с запасом. Обычно мы ее делаем порядка там 13 метров. Здесь сделали запас еще 3 метра. Потому что стрела стоит от модели А330 на данном экскаваторе. Стрела у нее больше. Ничего страшного, если останется небольшой хвост, там 2-3 метра. Ну, пусть будет больше, чем меньше. Данный экскаватор будет работать в Московской области на расчистке. Так выглядит переходная плита, которую сделали. Сейчас пробросим дренаж. Будем регулировать мощность гидромоторов, сдавать необходимый поток для вращения экскаватора и попробуем помульчировать. Поставили. Сатижами открутили. Осторожно. Ключ. Подарок. Пиздатый ключ. Эти откручивают. Молотки. Молотки. А, молотки все откручивать, кстати, да, сервисный ключ. Да, я затянул. Все, отлично. Друзья, выдвигаемся в зону испытаний. Такого монстра сегодня собрали. Ну, красивая машина. Посмотрим, на что он способен.
это результат работы мульчера Сират. Уничтожали взрослое дерево. Я даже сейчас не вижу уже пня, ну, который здесь должен остаться от него. Вот на выходе какая мульча получается после работы. То есть взрослое дерево, наверное, ну, порядка 40 сантиметров было, которое мульчировали. При заявленных показателях данного мульчера до 30 сантиметров, ну, все мы прекрасно понимаем, что можно работать со взрослой древесиной. Смотрите еще, что у нас остается на выходе, какая фракция. Я считаю, машина очень хорошо справляется со своими задачами. Поэтому заказчик не ошибся в выборе оборудования.